Всем привет, с вами Комаров Виталий. Вот мне пришла посылочка с необычными, так сказать, мультиметрами. На них уже обзоры есть в интернете. Вот я решил попробовать, как говорится, заказать себе. Так у меня вот мультиметр, то же самое, Салик я заказал. Ну, работает, веру и правда. Сюда я поставил аккумуляторную крону на 8,5 вольт. Ну, работает, пищит. И довольно-таки неплохо, срабатывает быстренько. Вот захотелось что-то побаловаться вот таким вот мультиметром с сенсорным экраном. Что это из себя представляет, насколько он сенсорный, это, конечно, интересно. Так, ну, распечатываем. Здесь их два штуки. Всю жизнь мечтал посмотреть, как будут мультиметры, два одинаковых мультиметра реагируют друг на дружку. Ругаются, нет. Так, вот он. Так вот они пришли. Пупырки вроде так ничего. Нормально. Теперь еще надо найти, где скотч. Короче, взрезать это все, где ни попадя. Ножик вот у меня супруга, она куда-то дела уже. Мой блатной хороший. Так, вот они, вот они. Мультиметры с цветным дисплеем. Сенсорные. Должны быть по размеру как телефон. Вот они такие вот. О, вот в такой вот упаковочке. Сейчас мы их сравним с телефоном, какие они по размеру. Ну, вот так вот выглядит. Вот, пожалуйста. Если хотите, то вот в Башмаков я могу кому-то один продать. Вот так, вот так. Ну, начинаем. Распечатывать будем оба. И смотреть, что у них тут такого есть. Так, первым делом у нас вылазит. Вылазит. Все вылазит. Опа. Так, и инструкция есть. Так, инструкция, инструкция. Инструкция – это такая глупая бумажка, которую никто никогда не читает. Но она тут вся на китайском или английском. Но я заказывал с Китая, поэтому так и пришло. Если заказывать с России, говорят, что приходит на русском. Так, это сам мешочек. Хлесть, а где ручка? Ручка где? Ручка? Ручка. Должен быть шнурок к нему. Шнурок. Шнурок один. А, вот он шнурок. Вот шнурок. Вот. Ну и все, собственно. Так. Этот сам мультик тоже он завернут. Упырь. Прям вот такой. Упырь, как интересно. Вот не лень было такой хрень делать. Вот он сам мультик. Мультиметр. Ну. На вид, да, он как телефон, даже можно сказать, вот телефон, а седьмой, и вот он, ну, чуть потолще. Ну, не сказать, чтобы он такой тяжелый, телефон, конечно, потяжелее будет, мультик полегче. Так, сюда нужно вставить батареечки, батареечки, батареечки. В инструкции написано 3А, это вот такие вот они, маленькие. Так, ну, откручиваем. Так бибзи, все поломалось. Вылазь, вылазь, вылазь. Черный болтик на черный фон, правильно. Да. Вот. Вот. Мы сейчас и второй тоже будем испытывать. Что он там? Как рабочий, не рабочий. А то может все возвращать надо. Нафиг. Так. Интересно, что он из себя представляет? Как его... Этот мультиметр можно что там использовать-то? Для кого он? Для радиоэлектронщиков или простых электриков? О, он уже пикнул. Ух ты, как он говорит. Говорючий-то. Этот руки у меня там бегают, он там что-то реагирует. Так. Вот. Все мы сделали по-человечески. Во.
Так, ну, стеклышко, это оно, по-моему, пластмассовое. Где пленочка снимается? Ненавижу пленочки. Пленочка. Кыш отсюда. О. Раз, и экран отодрали. О, вот так вот он. Короче, 3 секунды держим. Вот здесь, там, прям тут и написано. 3 секунды держать. Раз, два. О, о, выключился. Раз, два. О, он включился. Вот, он, по идее, после включения должен сразу все автоматически. Так, развязываем, щупаем. Но как-то... Да. Вот эти щупы-то, они как-то посерьезнее будут, чем... Вот. Это хоть и тоже не, но все-таки вот эти вот получше качеством. Как-то... Так, эти... Чехольчики снимаются неплохо, они прям вот совсем кончик вот острия торчит. Ну, это вот для того, чтобы где-то в радиоаппаратуре там лазить, чтобы вот не замкнуть их. Ну ладно. Оголяем мы всю эту штуку. Сейчас он должен быть. О, он, кстати, температуру показывает уже. 20 градусов. Так, ну что ж, что у нас там на автомате он покажет. Берем крону, да? Один и 38 вольта, что ли, я что-то не понял. Крон, наверное, севший. Так, ладно. Вот это должна быть поживее. Смотрим. Да, 1,6 вольта, так и есть, показывает. Определяет сам DS, то есть постоянный ток определяет. Ну, что у нас здесь покажет? Вот мы сейчас неправильно воткнем, да? К минусу плюс. И что он скажет? Скажи что-нибудь. Я не знаю, годный, не годный. Тут они 1 вольт показывали. Может быть, он даже не покажет. Так. Ты что-то вылазишь-то? Ну, в автомате-то он что-то не показывает. Так, ну и 220 наш любимый. Че он как? Сейчас все сгорит нахрен. Так, ну, 227 вольт. О, а кстати. А, ну да, 229 вольт, 50 герц. Ну, все автоматически показывает. Вот я еще щупы поменял. Ну, наводка тоже показывает. Так, ладно. Что у нас тут еще на автомате должно быть? У нас должен быть вольтаж. Тут и, как их называют, омы. Сопротивление. Вот, 537 Ом. Он показывает. Смотрим. Где ты? 510 Ом. Так, ну другой. Что у меня сопротивление тут есть какое? Вот 20 Ом, пищит, показывает 20 Ом. Сопротивление маленькое, он пищит. А кстати, так пищалка срабатывает, так вот не сразу. Так, ну что ж, у нас опять же все он в автомате. Еще конденсатор первый попавшийся разрядили на всякий случай. Иди сюда, блин. Показывает сопротивление. Так, ладно. Так, здесь у нас есть фонарик. Фонарик во всех обзорах говорят, что говно. Так, нажимаем. О, ну да, согласен. Фонарик говнецо. Так, так мы должны мерить емкость. Вот он. Нанофарады, микрофарады. Ну-ка, что он тут нам изругает. Микрофарады. О, 482 микрофарада. Смотрим, что у нас здесь.
Ну, ну-ка, сфокусируйся. И где-то ты. Ну, 470 микрофарад. Ну, в сущности, что, доработает вся эта фигня. Ампер он, конечно, не мерит. Амперы здесь придется считать. Так, еще один конденсатор. Здесь 100 микрофарад. Ну, смотрим, что он покажет. Думает, конечно, он долго. О, отваливается. Иди ты. Думает он долго, да. Микрофарад, да, 105 микрофарад. Ну, все правильно показал практически. Так, ну ладно, диодная сборка. Мост у нас диодный. Попробуем так его. Ой, так надо переключить. Так, а как... О, ауто. Вот, автоматически. Что у нас с диодами обругает, как их? Молчит. А так... Ну или еще дольше надо держать, или он просто молчит. О! Сопротивление покажет. Одну сторону пропускаю, другую нет. Ну, медленный он, медленный. Да. Ничего сказать. Вот уже сейчас уже можно сказать, да. Мультиметр, ничего в нем такого необычного нету, но крутой, да. Это переменное напряжение сейчас можно мерить. IS. Ай, нет, это что? IS это какой у нас? Это у нас АО 229 вольт. Так, переключаем еще раз. Ну, срабатывает. Так, еще раз. Диодная прозвонка срабатывает. Ну, конечно, к нему привыкать надо. Так, это у нас конденсатор. Ну, это уже, как говорится, ну, проверяли, но еще раз, ладно. 59 нанофар. Не понял. Так, перевернем и ждем микрофарады. О, 105 микрофарад. Ну, работает в сущности. Что если наоборот? Угу. Еще раз наоборот. Нанофарады, микрофарады. Ну, все показывает. Думает долго. Ничего не скажу. Так, ну что, сопротивление померили, конденсатор померили. Так, распечатываем второй. Ну, в сущности, точно такой же. Но, как говорится, проверим его на работоспособность. И потом я скажу свое мнение, куда его, что и как можно. Второй абсолютно точно такой же. Так, шнурок. О, сразу шнурок вылетел. Такая же инструкция. Тот же магазин, тем же местом, тем же пёхом. Так. Работает, не работает, работает, не работает. А ты выключись. Вот. Ух, сколько хлам-то от этих всех распаковок. Кошмар. Я батарейки, кажется, потерял. Так, ну ладно, сейчас найдем. Вот они, батарейки. Так, болтик достали, крышечку открыли. Батарейки впихнули. Ну, и сразу он запищал. Ну, так, ёлки. Можно сказать, что уже рабочий. Кстати...
Здесь же латунная втулка стоит. Вот, куда болтик заворачивается, латунная втулка. То есть не в пластмассу вкручиваем, а во втулочку. Это, ну, хорошо. Так. Так, ну что, это тоже все работает. Так, это автомат. Так, это ищет скрытый. Так, это что у нас? Ага. Скрытая проводка у нас вот это. А, нет. Ауто. Блин, еще во всей этой хрени разобраться надо. О. Вот эта функция проводку ищет скрытую. Вот мы подносим близко к розетке и срабатывает. Ну, что, работает. Ну, кыш отсюда. Так. Так, ну что, сказать можно про этот мультик там. Ну, действительно, мультик. Да, он такой маленький, портативненький. Я бы сказал, что это больше, наверное, для электрика, который вот занимается проводкой. Ну, всегда в кармане. Маленький, под руками. Щупы не отсоединяются. Амперы им не померяешь. Нормальная штука. Так, ну, хорошая, крутая такая игрушка для электрика. Я согласен. Чтоб такой швахун. Ну, не знаю. Да, он работает, да, он все хорошо. Выключись, зараза. Он, зараза, выключился. Так что, ну, хороший мультиметр для электрика. Да и для радиолюбителей тоже, наверное, подойдет. В сущности, так вот. Ну вот, мы посмотрели. Да, вот хотел и посмотреть, а как они друг на дружку реагируют. В автоматическом режиме посмотрим. Посмотрим. Так, включаем этот. Включаем этот. Так, мы их включили. Теперь мы их сейчас поженим. Что они друг дружку скажут? Всю жизнь мечтал это сделать. Ей-богу. Искал всю жизнь два мультиметра, чтобы их вот так вот. Да, блин, не выскакивай ты. Что-то один показывает сопротивление, один с тем, другой какой-то в автомат ушел. Кто знает, пишите. А что так? А если наоборот? Не знаю, зачем я это делаю. Может, кому-то интересно? Что будет с мультиметром, если их друг с дружкой поженить? Хе-хе. Класс. Всю жизнь мечтал. Ага, так они вообще ничего. Так что вот так вот побаловались, все. Так, ну что ж. Еще раз я говорю. Этот мультиметр, ну, вся его особенность в том, что он сенсорный. Да, он сенсорный. И все. Больше тут нет ничего такого не особенного. Да, он температуру мерит сам по себе. Да, он проводку ищет. Да и все. Вольт мерит перемены. Постоянный ток он мерит. Так что, я не знаю. Ну да, такой мультиметр крутой. Все. Больше ничего я не могу сказать про него. Сфокусируйся. Вот так вот. Так что спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Это довольно-таки, наверное, самый большой, самый длинный, наверное, мой обзор двух мультиметров. И еще раз говорю, ну да, крутой. Да.
больше ничего. И то не круто, и не от слова того, что у него все есть, все он может. Нет, а просто вот иметь такое круто, да. Да это, ну, как-то, мультиметр он и есть, мультиметр. Вот так вот. У этого щупы немножко получше, они даже прорезиненные. Этот вот щупаешь, он как-то, ну, они пластмассовые. А это вот родные вот от этого мультиметра, они резиновые. А эти вот пластмассовые штуки. Ну, не знаю, если вот эти шнуры переломятся, я поставлю сюда вот такие. Они и потолще вроде бы. Так что так. Так. Все, что я сказал? Так что, кому нравится, ссылочка в описании. Можете его приобрести. Но еще раз говорю, ничего такого в нем особенного нет. Кроме того, что он сенсорный. Вот так вот. Ну что ж, мне там еще посылочки с Алиэкспресс идут. Мы ждем. Опять я вам распакую. Конечно, не так вот оптом придет. Все по одному придет. Посмотрим, что там за хрень. Подписывайтесь. До свидания. До новых встреч.